мы всегда это движение поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. Это очень важно. Мы считаем, что в учебном заведении, помимо основной миссии учебы, вот, люди должны заниматься спортом, физкультурой. От армрестлинга до шахмат и фитнес-аэробики. Сборные вузов республики ежегодно встречаются на спортивных площадках спартакиады студентов. Художник ты, тренер или инженер – совсем не важно. Условия участия равны для всех. Попробовать свои силы и сразиться за денежный приз может каждый. В этом году призовой фонд составил более 8 миллионов рублей. Сегодня награждение лучших из лучших, наших любимых, наших самых сильных спортсменов. Это та работа, которую мы проводили на протяжении 9 месяцев. И сегодня, наконец-то, узнаем, кто у нас победил и в общем зачете, и также по 6 лигам спорта. Основными задачами спартакиады студентов являются пропаганда здорового образа жизни, совершенствование спортивной работы в образовательных организациях, а также выявление лучших спортсменов и команд. В этом году в программу спартакиады вошло 29 дисциплин. Со следующей сезона мы планируем ввести 2 дисциплины. Они более-менее понятные и сегодня, так скажем, прижились уже в регулярной жизни. Это фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол. Вот. Но они такие как бы и понятные, и достаточно простые, вот инфраструктурно простые, потому что для остальных видов надо застраивать площадки, ну то есть это так трудоемко и капиталоемко. Поэтому мы в этом направлении смотрим. Есть запрос, вы правильно сказали, у студентов, чтобы попробовать такой формат. Фиджитал-дисциплина объединяет в себе физический и киберспорт. С 2022 года тестовые соревнования по ним проводятся на различных спортивных объектах столицы Татарстана. Уже в следующем году состоятся полномасштабные международные состязания. Приобщить студентов к новым видам спорта – идея, которая пришлась организаторам и участникам спартакиады по вкусу. Когда я только услышала о том, что это смешение как раз-таки киберспорта и реального спорта, я подумала, что это, во-первых, это новинка, это всегда интересно. Мне такое вот было бы очень интересно попробовать. Думаю, это какое-то тоже переключение с площадки, то есть нужно будет абстрагироваться и попробовать себя в виртуальной, что ли, на виртуальной площадке. Мне кажется, это будет очень интересно. Участие в спортивных состязаниях объединяет студенческое сообщество. Каждый год формат их проведения меняется. Вместе с этим растет и интерес. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.